Привет всем. Смотрите, море прекрасное, но, блин, пасмурно. Ну что же это такое-то? Ну никак погода не распогодится. Там гуляют. Ну это какой-то пипец. Вообще. Вообще, я вообще в шоке. Что с погодой творится? Я уже накрашенная. Мне достанется только потом приехать домой, переодеться, оставить Чарли, забрать торты. Такие вкусные. И ехать на гульбу. Ну вот перед этим поработать немножечко. Да. А как же? И на кого же мы там собираемся гавкать? Ой, ой. Я уже отработала, едем на коммунион. Торты мои сзади включила. Этот, как он называется? Esperemos a ver si no le damos un plante a Gerardo. No le van a dar nada. Sí, que está Fernando. А вообще я очень сильно устала. Я сегодня так отпахалась, ой, что даже голова болит. Ну ничего, сейчас выпью венца, и все у меня восстановится. В общем, везу. И ты куда? Где у Тартас? Hostia, menos mal que me lo dices. Говорю, торт-то у меня там сзади, а то этими пойдет, и у меня торт на торт, и такие некрасивые, такие невкусные. Ну, в общем, все, едем отдыхать. Полевая кухня. Видели такую кухню? Я вот сейчас покажу, что у нас на столе. Это какое-то мясо, не знаю, это 5 мяса, это 5 мяса, это 5 мяса. Это вот русский салат типа, это мой салат. Это мясо, это 5 мяса, это крокетосы, а это паэлья. Они говорили, поели, там еще что-то не хватает. И, в общем, все дела. Тут все народ ходят с колясками, с малясками. Мина! Эль Ниньо! Смотрите, сколько народу. И там вот все будет занято. Ой, чути, место, сладкий стол. Que chulo! Фу! Qué bonito, Fernando. Viene, los muñecos son tuyos, es decir, que tú lo das por turno, lo quitas. Все уже сели кушать. Pero так что мы тоже садимся. Кому что, кому холодно, я уже оделась. А ребятишки в бассейн залезли, прикол? Все уже оделись? Пипец. Сладкое разбирают, пойду тоже что-нибудь схватану. Схватану. Берете пакетики и накладывать. Роси, pero no eres una niña. А, sí, mira qué bien tener nieta. Es para mi nieta. Сейчас все разберут. Ай, да, моё дело, это по Паула, это Паула. Сейчас фотки делаю, где набрала. Печеньки с именем. Все едят. Рассматривают подарки. Какую-то лодку, что ли, подарили. Тут присадки выходят. Выходят, уходят. Esa sensación comunica tu con tu sabiduría. После современных танцев и плясок начинаются песни. Продолжаются. Севияна. Он с ребеночком и что-то.
Здесь вот, смотрите, не любят такие современные танцы. Здесь вот любят сами петь, вот так. В принципе, как у нас раньше под гармошку. Вот они все в кружок собрались. Уже домой приехала, даже уже умылась. Вы знаете, я загорела, даже обгорела. Пипец, я сидела на солнце, и все щеки у меня красные. Я сейчас быстренько помылась, умылась и быстрее кремом намазалась. Кровать я не убирала, так что не ужасайтесь. Что и убирать, если сейчас спать ложиться. Мой Чарли сладкий, я так по нему соскучилась, по маленькой рыбке. Сделала себе чай зеленый, потому что я так обожралась. Ужас какой-то. Ой, печенька моя развалилась. Завтра ее съем. Так, объелась. Устала, как собака. Не знаю, что делала. Поплясала немножко, как всегда. Они там еще веселятся туда-сюда. У меня мой маленький сладкий Чарли, он дома. Мне скучно без него. Вот. Испанцы, конечно, немножко по-другому. Они веселятся. Вот, как мы. Ну, в принципе, нет, ничего не по-другому, как мы, но, как бы это сказать, какое различие, да? Вот, даже не различие, просто, понимаете, я не умею вот эти вот танцы танцевать. Я училась севияну танцевать, но я ее не хорошо танцую и не умею, ну, как бы, ну, стыдно, что ли, мне как-то ее танцевать с ними. Хотя родственники, что стыдного, да? Но не знаю, так как я нехорошо ее путаюсь. И вот это как, знаете, как раньше с языком. Когда я не знала язык, то я как бы не разговаривала, потому что стеснялась, блин, думаю, чтобы глупо не выглядеть. Вот тут и так же с танцами. Так как они танцуют вот эти свои испанско-народные танцы, как бы я пытаюсь танцевать, да, с ними, но вот когда, например, танцевали современную музыку, я почему-то не сняла, я думала, что я сняла и не сняла, ну, заплясалась, извините, вот, тогда, да, вот, мы в ритм подходили, а вот эти вот, когда начали, вот они, еще гитары почему-то не хватало, я удивилась, что гитары не было, обычно всегда гитары есть, то там я как бы стесняюсь. Там подвыпить надо, но выпить мне совсем неохота. Как бы это не мое стало. Раньше это были грехи, а сейчас уже нет. Вот. Они теперь 100% и на ночь останутся. Сейчас разогреют всю еду и в пляс уйдут. Но у меня то ли годы уже не те, то ли я не знаю, что. Я уже домой захотела. Ушли мы по-английски. Ой, я мужу говорю, пошли. Он такой, что, все? Я говорю, да. Говорю, нас там Чарли ждет. Он такой, ну да, поехали. Вот. И он такой, что, никому не скажем? Я говорю, ой, ну сейчас опять начнут. Типа это, что, почему так быстро? Да вы что, да ля-ля тополя, да нет. И не дадут нам уйти. Поэтому ушли мы по-английски. Дай. Ой, да, далеко кинула так. Очень далеко кинула. Вот, ушли по-английски, никому ничего не сказав. Ну, там столько народа, что, я думаю, не потеряются. Так что вот так вот. А на церемонию самого причастия, которое происходило в церкви, я не попала, потому что я работала. Мне даже на вечер уже, кроме того, что я предупредила всех, что я вечером не откроюсь, мне звонили уже 3 клиентки. Мне так обидно, так жалко стало. Ой, работу, деньги. Но куда деваться? Иногда, как говорится, чем-то приходится жертвовать. У нас один раз тоже было это крещение. Я не попала на крещение тоже. Вот. И я предпочла работу. В этот раз я предпочла веселье, потому что я клиенток своих за месяц или даже за 2 предупреждала, что я не буду работать там одну субботу. Поэтому они все были предупреждены, но некоторые, естественно, забыли, но ничего страшного. Они мне все там по WhatsApp написали, ничего страшного, ля-ля-ля, тополя, как-нибудь разойдемся. Вот, и в церковь я не попала. Ну, в принципе, они все одинаковые, что вот на той неделе, на
позапрошлой неделе. Хотя в этот раз было бы интереснее, потому что вот у наших родственников есть как ансамбль, наверное, вот. Группа нет, ансамбль, хор. Нет, хор нет, ансамбль. В общем, они поют, они на свадьбах выступают в своих платьях испанских, вот, чисто испанские платья, песни, даже, знаете, есть у них современные песни, но на испанский манер, вот, и они поют, выступают на свадьбах, на коммунионах, в общем, на всех мероприятиях, вот сегодня они пели в церкви, вот, на этом причастии, это было бы очень интересно, но... Их, кстати, был-то в час первого причастия. Я думала, что я успею, но, блин, у меня столько народу пришло. Все заходят, типа, покрасишь меня? Покрашу. Уложишь? Уложу. Ой, ну, денежки надо зарабатывать. Я так устала утром, еще там час устала. Пляски и все эти. И когда они уже начали свои петь, они знают, какие песни поют, знают все. А я там как бы не это... Хотя я многие песни знаю, которые они поют, но мне, я говорю, я стесняюсь, я такая стеснительная, прям такая девочка. Мне бы пару, как говорится, этих рюмок, и я бы мне по барабану все было. Не знаю, вот стеснительная такая. А раньше, я помню, первые года я вообще там бы что, одну кока-колу пила. Это я сейчас могу и стаканчик себе налить, ну, коктейль. Или там еще что-то, а раньше кока-колу, что ты, я такая приличная была. А так у нас семья, знаете, какая, им по барабану все. Кто пьет, кто танцует, я все это понимаю головой, но все равно стесняюсь. И вообще мне так спать охота. На время еще рано, 10 час только. Пойду чай выпью зеленый. Я, знаете, еще боюсь зеленый чай пить, потому что я сейчас его выпью 100% и потом не усну. У меня такое бывает. Моя рыба сладкая. Он такая любовь моя. Такая любовь. Я так его люблю. Это мой сын. Синуля. Вот тряпочка играет. У тебя же много игрушек. Мячики, шарики всякие. Пояс от платья торчит. Пояс от платья торчит. Так, только глажки. Летний. Так лета только нету. Лета-то нету. Поэтому не знаю, что в этом году с лета. С утра было пасмурно, думали, все, дождь пойдет. Потом откуда-то солнце взялось, вся харя сгорела. Вообще пипец. Ладно, вот у меня уже заварился чай с манго. Очень вкусный. Посмотрим, уснем, не уснем. Мы тут уже лежим, спим почти. У меня ужасно болит голова. Наверное, после выпитого вина. Минута любви. Ясно, Чарли, ясно. Дай попрощаюсь с людьми. Дай попрощаюсь с людьми. Тут тоже дрых лежал. Я выпила таблетку, потому что, правда, башка болит так сильно, прям, что я, наверное, даже не усну после. Ай, потому что, когда болит голова, не засыпаешь. Так что буду с вами прощаться до завтра. Такое ощущение, что завтра понедельник. Так как мы всегда веселимся по воскресеньям, вот что у меня завтра понедельник, а завтра всего лишь воскресенье, завтра могу спать сколько хочу. Лафа. Целых, наверное, до 8 часов, как всегда. Мечтаю. Ну, как всегда, завтра пойдем погуляем, не знаю, потом еще куда-нибудь пойдем. В общем, посмотрим, доживем у завтра. Видите, как я сгорела. Так что все, друзья, всем пока. Спасибо за что смотрите, за лайки, за все спасибо и... До завтра!